Ну, это уже у нас следующий день. И опять ситуация расхождения. На траверзе у нас судно, занятое буксировкой. И вот оно, да, расходимся в милю 40. И также шло нам на пересечение курса справа грузовое судно 90 метров. В данном случае, так как я шел на обгон, мне было небезопасно, да, уступать этому судну справа, маневрируя направо. Был вариант, конечно, сбавлять ход, терять время, опять же, да, тем самым пропуская и это судно, и это держать на безопасном расстоянии от себя. Но есть другой вариант, как мы видим. В одной миле я прохожу у него по носу, заканчиваю обгон спокойно, и этот пересекает уже по корме у меня. Он визуально осматривается. Грузовое судно, да? Вот огонек у нас на траверзе, это буксир. Вот такое простое расхождение. Вот на радаре мы видим, да? В true motion. Вектор буксира меньше, соответственно, у него скорость меньше, у нас длиннее, значит, мы идем быстрее. Грузовое судно 10 узлов идет, у него вектор самый длинный. Да. Но здесь, да, в true, мы не видим, как же он нас пересекает. То есть он, линия у него, да, истинного движения идет прямо в цель, в нас. Мы сейчас не можем сказать, как он у нас проходит по радару, не захватив цель. Но только если я поменяю. Я уже делал это на вектор на relative. Этот поменяем тоже на relative. И вот сейчас мы четко видим, как у нас судно проходит. И не надо брать пелинки дистанцию, захватывать цель. Все и так прекрасно видно, как у нас по корме суда относительно нас будет проходить. Все, ребят, на этом урок заканчивается. Спасибо за внимание. Пока.